Ночью по Ленину, если надо ездить. А раньше, помните, было такое, что не ездили по вечерам, и люди ходили прямо по улицам, помните? Да, помню. Хотят возобновить сейчас это, вы поддерживаете или нет? Мне это тоже нравится, но объездные дороги, они с этими полицейскими лежачими, тяжело. Просто люди многие ездят все равно на такси. Вот, а на такси надо быстрее добраться до работы. Все-таки днем пусть ездят, потому что надо. Смотря какие, если специальные, то да. Допустим, там скорая, пожарная. А такие, наверное, нет. Наверное, не должны. Мешают? Мешают. Ну, потому что это шумно, во-первых, в такое позднее время, когда они ездят с такой скоростью, еще и с такой музыкой, которая у них разносится. По-моему, людям нужен покой. Они должны все-таки соблюдать правила дорожного движения и правила гражданского, чтобы не мешать людям. Почему нельзя? Ну, то есть вы поддерживаете это или против? Конечно, чтобы ездили. Чтобы ездили? Конечно, а что, проехал ты еще. То есть вам не мешают? Нет, я не в этом районе не живу. Против. Почему? Ну, уже был когда-то, отменили, зачем опять возвращаться к старому? По вечерам ездите по Ленина? Ну, иногда бывает, да. Вообще-то Ленина всегда была закрыта улица. Сейчас речь идет о том, чтобы возобновить это. Вы поддерживаете или нет? Чтобы ездили машины? Чтобы не ездили. Конечно.